На сцене артисты в костюмах викингов 9-11 веков. В музыке скандинавские мотивы. Необычное исполнение с первых минут захватило зрителей. 6 произведений, они, наверное, вам, скорее всего, неизвестны, да, потому что они одна на старонемецком, другая на старонорвежском называется. Вот мы будем их объявлять. Вот, ну, почему мы приняли участие, ну, как, ну, поддержать данное мероприятие, фонд помощи больным детям, это очень важно. Мы умеем, что-то мы умеем, мы это сделаем для того, чтобы помочь. Разные направления, стилистика. Казалось, у групп, выступающих в этот день на сцене, мало общего. Но есть идея, которая объединила в один концерт. К вопросам благотворительности я отношусь крайне положительно. Я считаю, если человек может помочь, он должен помочь. Мы не можем пройти мимо. Касательно нашей группы выступления, ну, появилась такая идея нашего гитариста, фронтмена, можно сказать, Сергея Капитанова. Организовать такой концерт благотворительный. Уже не в первый раз, уже второй раз даем в этих стенах концерт. Организовать концерт, выступить, подтянуть, так сказать, как можно больше народа. Так сложилось, что скоро нас из нашего города уедет батюшка Иоанн, который много сделал для воскресной школы, для города в целом, для детей. И мы хотим помочь также и его сынишке, вот, и остальным деткам, которые нуждаются в помощи, во внимании. Собранные на концерте средства музыканты планируют отдать нуждающимся детям. Катерина Дементьева, Алексей Николаев. Специально для новостей.